Привитос, амигос, снова вы. Я и, наконец-то, Navio Mirror's Edge Catalyst. Фанаты этой игры ждали ее долгих 9 лет. Это, конечно, не 14, как ждали Duke Nukem, но тоже очень долго. Сейчас я вступительную речь произнесу и пойдем уже дальше. Вот здесь, кстати, свою вступительную речь произносит и Шишка из Крюгер. Субтитры включены, но почему-то их в начале здесь нет. Надеюсь, дальше все будет нормально. Короче, за эти 9 лет, ну, когда-то Mirror's Edge была первой и какое-то время, судя по всему, единственной игрой про паркур, поэтому она набрала своих фанатов. Но за эти 9 лет, что игра не выходила, сначала паркур освоил Assassin's Creed Made in Ubisoft, да, но это был паркур от третьего лица. Не так давно, год назад, Dying Light, тоже игра, в общем-то, про паркур и в комбо с зомби. То есть вообще убойная смесь, очень неплохо в эту игру игралась, довольно-таки бодро. Вот, и на сегодняшний день запилить в игру какой-никакой, но все-таки паркур под силу даже инди-разработчику. Поэтому за эти 9 лет, что разработчик Mirror's Edge просиживал штаны, сейчас ему нужно будет как-то реабилитироваться и очень сильно людей удивлять. Вопрос в том, есть ли чем. Иначе, как все с тем же Дюком Нюкемом, да, который спустя 14 лет разработки вышел и вместо какого-то сенсационного взрыва произвел какой-то пшик. Вот, как бы здесь не вышло тоже того же самого. Ну да ладно, посмотрим. Вообще, в принципе, я уже плохо помню сюжет первой части игры. Помню, что подставили сестру, что там какой-то бывший бегун-трейсер оказался редкостной крысой. И все в таком духе. Но, в общем-то, на какой-то уникальный сюжет игра не претендовала, на мой взгляд. Она вот и претендовала именно на лавры паркура. Ну, да короче. Гоу уже кайфанем от этой красочной футуристики. А, чтобы ходить, надо наоборот на shift нажимать, да, чтобы шагом, чтобы атмосферным шагом двигаться. В противном случае она наоборот пускается в галоп. Эй, Фейт, сюда! Не садись в автобус. За мной. Да, каждый нарколыга, блин, в капюшоне меня поманит, я к нему пойду, что ли? Вот на Каене подъедешь, айфон подаришь, потом будешь мне ручкой махать, понял? Козел. Не стой столбом, пошли! Ой, ну ладно, уломал. Ну, мы же девочки играем, надо отыгрывать тёлочку. Меня Ной прислал. И я должна тебе верить? Ну, придется поверить. Возьми. Слышишь? Что? Пульс? Ну. Надень. Надо подключиться и откалибровать. Ты... Икарчик, ты рядом с этими, с приборами, выделяющие свет и тепло, ты не ходи на всякий случай. Какого черта, блядь, лаги начались в натуре? Чё за говно? Сразу 40 FPS. Вы чё, блядь, прикалываетесь? Уберите это говно с экрана. Что-то не то. Спецэффекты? Вот прям так себе. Господи. Надо отключить бандикам, чтобы не раздражало. Почему-то в этой игре захват производится вместе с бандикамом. Эй. Надо профиль твой обрезать. Он помехи собрал. Себе иди профиль обрежь, слышишь? Я так и понял, что ты из этих. Шалом, дай денег, все дела. Вот и все. Ты вне системы. А как вы все это в линзу засунули? Теперь им все известно. Пора уходить с улиц. Зашибись, я вот был законопослушен до того, как тебя встретил, придурка. И начинается паркур, ну... Давай сюда. Кейсек нас обоих поймает, если тормозить будем. Камон, камон, камон. Ну, я про графон ничего не буду говорить, потому что эта игра, ну, не про графику. Фейт, нам надо срочно уходить. Тут же эти все трейсерские пути, они там по-другому видят мир, все это такое. Я... О, вообще классно, она ушла, она... Я не знаю, почему она... Почему она не запрыгнула на ящик, а перепрыгнула его? Странная женщина. Ну ладно, сейчас надо просто привыкнуть. Вот в Dying Light он бы просто залез и остался на нем, а здесь она перемахнула прям. Ах, паркур. Эй!
Сейчас, чуваки, я не то чтобы я днище, просто, блин, просто вот в других играх паркур вот совершенно не такой. Ну, чё-то, по-моему, перебор. Ага. А вот и Фрейрок в белых штанишках. Зачем копам белые брюки? Они же там, ну, желтые спереди и коричневые сзади будут, ну. Легкая атака, что? Смотрите, нарисована мышка, написано легкая атака. И что? На какую кнопку? А, на колесо мыши. Сколько я повидовал, объездил все края, но чтобы атака на колесо была, нигде не видел я. Так, он должен обосраться. Ну, вот, видимо, оно и случилось. Так, а как дверь открыть? То ли текстуры, да, не успевают подгружаться, видимо. Ну, плюс ко всему, на игре установлена Denova и игра через Origin. Да, ёб твою мать. Пришлось срочно вмешаться. Из профиля ты беглец, но об этом мы позаботились. Следуй по складу за эхом бегущего. Икар встретит тебя на другой стороне. К тому времени все должно быть нормально. Если сможешь пробраться через эту хибару. Ой, а вообще я обманул. Первая игра про паркур — это Принц Персии, конечно же, да. От третьего лица. Вот там всем паркур. Мне вот нравилось, что там он именно с уклоном в скорость прохождения. Не просто вот как в Uncharted, где ты лезешь и лезешь, а там вот спидранчик такой. Ай, удерживать я не успел прочитать. Блин, какие яркие, сочные цвета после этого следака, которого я записывал сегодня же. Прям аж глазенки режет немножко. В принципе, какая к черту разница, текстурки здесь мыльцо, не мыльцо. Останавливаться и разглядывать — это неправильно, я считаю. Вот как некоторый эксперт нам Баван делает. Там, блядь, в гонках, где ты должен проезжать на скорости 300 км в час, останавливаться и рассматривать, как там люди нарисованы. Надо быть, блядь, капец каким дебилом. На мой скромный взгляд. Город изменился. Крюгерсек теперь жестко карают малейшие нарушения политики. Обезьяночка ты наш. Сейчас быть обычным сотрудником. Мне их почти жалко. Они свой выбор сделали давно, Икар. Бляха. Удерживайте в падении. Центр. Здесь Карпентер. Вставайся. Зера Карпентер. Мне что, надо с ним драться обязательно? Но она владеет карате, походу, каким-то секретным. Стилем черного дракона, как минимум. Я была вежливой, но он не уходил. Кого он мне напоминает? Напишите, а? Как будто был выбор. Ну да. Очки, надо капюшон. Уходить. Пойдем на башню Эвердайн другим путем. Эвердайн. Запутаем их. Сможешь добраться до тех труб? Башня Китнис. Хорошо. Пульс у тебя должен быть скалиброван, и зрение бегущего работает. Иди по красному следу, встретимся на башне. Вперед. Давай. Но единственное, что смущает, то что вот дождь, он как бы капли не разбиваются об землю. Нажав левый альт, вы отправляете ей пульс зрения бегущего, покажет вам путь. А, здесь зрение бегущего, вон как. Так, подкрутил звук, а заодно заметил, что в этой игре как бы сохранения хранятся где-то в жопе Ориджина, и просто невозможно начать игру сначала, только вот так или иначе вам придется всегда играть с контрольной точки, если я правильно понимаю. Полное бородище. Это худшее, что, блядь, могло быть. Это... я просто не знаю. Серьезно? Ну, по крайней мере, вот в плане записи. Ну, представляете, что вот если какой-нибудь обыватель, там, бандикам он до сих пор пишет, и игра вылетела в один прекрасный момент, ему надо главу перезаписать, и хрен там в нос никак. И даже вообще непонятно, как вообще игру вторую... То есть надо игру пройти и второй раз начать, что ли? Это жесть. Я отправил ее на башню другим путем. Перекрыл.
перекресток. Ну пожалуйста, ну почему? Ага, хорошо. Я пока кое-что подготовлю. Чуть-чуть не долетело. Хорош, завязывай. Фейт, ты бежишь к офисному зданию, оно еще строится. Там от них легко оторваться. Ну, в принципе, я надеюсь, что... Да как так-то? Что поскольку были субтитры, то все равно люди хотя бы... Блять, почему муфлон? Сука такая, а? То есть, если поначалу диалоги не услышали, то хотя бы прочитают. Хотя вот когда ей говорят в наушник, тогда субтитров вроде как нету. Ой-ой-ой, ну почему ты не зацепилась, курица? Наверное, маникюр, наверное, не дал. Эти, наверное, ногти, сука, нарощенные, которые потом каждая курица, блядь, дверь с холодильника себе отламывает. Вы знали таких? Я знал. Потом вот чрезмерно длинные нарощенные ногти, блядь, чего там красивого, ужасно. А, нет, слушай, есть субтитры на все прям. Ладно, разберемся. Фейт, добери до здания Орион, оно рядом. Икар, встречай ее там. О, камон. Сейчас Фейт со стороны покажет, она, наверное, за эти 9 лет, сука, разжирела, блядь, и пару детей родила. Ага, понятно. Надо Ctrl зажимать было. Чтобы упасть. Здесь повсюду Крюгерсек. Ищи канат, ведущий на Орион. Крюгерсек, это как гомосек, только Крюгер. Это, короче, извращенцы, которые одеваются в маску Фредди Крюгера и друг друга долбят, прям. Шутка для пятиклассников. Вроде оторвалась. Крюгерсек. Пока что да. 2 года в тюрьме, смотрю, на пользу пошли. О, она в тюрьме посидела. Ну да, на пользу. Купола набила, звезды воровские. Да, 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 дайте уже, дайте, ну только разогнался. А ты кто такой вообще? Как давно в группу пришел? Где-то год назад. Как, а я вне детства. Как рыжего из Иванушек выперли, так сразу я пришел. И у Ной из-за тебя были проблемы. Да что ты можешь знать? Кое-что знаю. Например, что я быстрее и осторожнее тебя. Фейт, ты уже на Орионе? На нем. А новичок меня жизни пытается учить. Прекратите, оба. Слушайте, вариантов нет. Единственный выход через башню Эвердайн. В башне Кейсек придется драться. Кар, загрузи Фейт боевой мод. Все, готово. Хорошо. Фейт, освежи боевые навыки, прежде чем двигаться дальше. Я надеялся, до этого не дойдет, но, похоже, выбора нет. Не волнуйся, Ноль, я прорвусь. Я знаю. Так я на Икаре сейчас и освежу. Сейчас он мое колено в засос поцелует пару раз. Тут еще дело в том, что сколько бы я вот не выкручивал звук диалогов в рацию, он все равно говорит очень тихо. То есть я не знаю. Пока не знаю, как с этим бороться. А что это такое? Вот. Я слежу за твоими показателями отсюда. Давай начнем. Что? Не забывай про элементы окружения. Если в перила впечатать, он встанет не скоро. Нихера, тут боевку подвезли какую-то нереально. Еще лучше, конечно, если ударить одного об другого. Сразу 2 зайцев. Ну это вообще, слушайте, техника ниндзя какая-то уже. Это ж они должны вообще как братья Березуцкие постоянно рядом стоять. Радиоканалы Кейсек немного приутихли, но они знают, что ты где-то здесь, Фейт. И знают, что выходить тебе придется через башню. А по улице не вариант. Мы на землю не спускаемся, если есть возможность. Ты это знаешь, Икар. Как она себе жопу не стирает с таких подкатов, а? Слушай, ну короче, я понял, удары можно наносить вообще из любого положения. Все правильно, Фейт, продолжай. Жесть какая. А, воу-воу-воу-воу, что я делаю? Не забывай использовать элементы окружения в бою. Да не
не забывай. Я что, голограммы избиваю, что ли? Дайте уже нормального охранника, намандюляю ему как следует. Даже странно, что им так нужна Феникс Карпентер. Хорошо, что они твоего настоящего имени не знают, Фейт. А то все было бы куда хуже. Фейт, она переводится как тень, какая по-моему, разница? Да? Или что? Изучай историю семьи Коносов, тогда поймешь, Икар. Долетело все-таки, а? Сейчас ты дерешься с голограммами, но впереди настоящие враги. Не расслабляйся, Фейт. Я готова, Ной. Учить. Ты всегда была отличным бойцом, Фейт. Ты справишься. Фу. Так, ну сейчас посмотрим, что из этого я реально запомнил. Так, а можно я выключить зрение бегущего? Я как бы и так вижу. Эй, чё ж там было-то? Там стекло, что ли? А, ну классно. Я вошла. Двойной Ван Дамм сразу сходу. Ага, началось. А, блядь. Как залезть-то? А, вот тут лестница. Тут для лохов лестницу оставили. Но я, блин, сосредоточился на боевке, а тут паркур. Подожди, чувак, подожди. Ладно, давай по старинке. Мне говорят, что у них там какая-то спецъединица. Может, дрон какой новый или еще что. Будьте начеку. Мне кажется, Фейт бы даже Нео из Матрицы в его лучшие годы отмудохало. Бан, залети! Так ты такой, а? А его-то что надо было сделать? Он далеко стоял от этой. Вообще шикарно. Что-то немножко какие-то подвисания есть, по-моему, что ли. А почему я в него не попал? То есть одного в другого я же в его сторону он отлетел. Да камон, ну что ты? Я вообще забыл, что она выходит. Я бы так на всякий случай в первую часть еще потренировался, может, если бы вспомнил. Эй, чё за Бэтмен? Чувак, ты Бэтмен? А, это мастер кунг-фу из соседней школы журавля, ёпта. Ой, как он дёргается, ёп твою медь. И... Нет, центр, не наблюдаю. Выжить она не могла. Показатели нет, значит мертва. Я не помню, говорю. Команда по уборке достает. У меня другие дела есть. Да, вырубила всех. И медотряд пришлите заодно. У меня все. А какие у него дела еще? Я не помню, говорил или нет, но здесь опять Динова и это Ориджин. Что меня... Вот именно Ориджин меня не очень радует. Динова-то уже понятно, везде теперь будет. Я про это видос еще год назад сделал, что все. Готовьтесь к тому, что теперь все игрульки покупать придется так или иначе. Либо офлайновую активацию брать. И то, это в Стиме офлайновая активация, а в Ориджине даже этого нет. Это как-никак твоя работа. Огорчать моя работа? Надо в будущем остерегаться таких особых бойцов. Боевую тренировку они явно улучшили. Своевременно предупредили, блин. Но она что-то даже не попыталась его что-то ему сделать. Кстати, лагают здесь именно катсценки почему-то. Пока тебя не было, я переместил группу. Ищи нас на транзитной станции Зефир. Куда идти-то? Всё, девочка, домой. Как у нее голова так крутится, как у совы на 180, что? Блин, конечно, вот играть в бодрый паркур, именно в бодрый, это вот совершенно другие ощущения, нежели вот в это просто лазанье какое-то, в ползанье.
Все-таки Mirror Sage, наверное, остается самой паркуристой игрой. Не, в Dying Light тоже можно было на скорость, но все-таки сама по себе скорость игры там не та немножко. Ну, понятно, что заставка, да-да-да, лого. Ну да, слышу, что тебе надо. Следуешь город, Фейт? Иди домой. Что значит следуешь город? Мне что, блядь, на метро поехать, что ли? Эу. Бег пополняет концентрацию, которая защищает вас от урона в бою. И чё? Резкий рывок, моментально повышающий концентрацию. Выполнить сдвиг и начать бежать. А в чем? Подождите. А, подождите. Вот смотрите, вот просто бег. А, понял. А вот сдвиг. С высокого старта. Ой, ну, рывком, короче. Бег выполняет концентрацию. Да я понял, блядь. Я понял. Я просто проверяю, как это работает. Чё они тут? А, на правую кнопку мыши это вообще ускорение. Надо быстро доставку сделать, так что Ной, я попозже приду. Спринт во время спринта, нифига. Хорошо, нам ведь доиграть еще надо. Вот обычно, обычно ускорение расходует энергию, а в этой игре не копит. По ним мы придешь домой. И мы тогда поможем тебе все вспомнить. У меня как раз есть подходящее задание. Ну, чё ты? Как там в колонии? Нормально, перловка. Но я что-то не сказал бы, что то, что вначале показывали, что это тюрьма. Блядь, что с заставками в этой игре? Это просто жесть. Смотрите, что происходит. А, ёптать, понятно. Мувики. О, Батрудинов. Смотрите, Батруха. Ну что, Ной? Что нового? Говорят, какую-то бегущую из колонии выпустили. И она хочет бегать. Давненько ее не видели. Говорят, она просит прощения. Может быть, она чему-нибудь научилась за это время? Может быть. Прости меня. Я сейчас тоже буду рыдать. Так, трогательно. Да иди. Неплохо ты устроился. Я тут поживу? Я на это и рассчитывал. А с работой как? С птицеловом поговори. Он тебе все объяснит. Пиццу носим, ёпта. Иногда газеты. Новичок. Такой напряженный. Икар? Он хороший парень. Бегает лучше всех. Лучше всех? Поговори с птицеловом, а там посмотрим. Я буду тут. Она думала... Доган привет передавал. Ясно. Два года чалилась, до сих пор лучшее, что? Иди. Удиви меня. Да, такая заставочка подъедает производительность, но потом подгружается. Я думаю, содержимое тебе понравится. Но OBS запись не лагала, именно заставка лагучая в игре, то есть это движок... Движок игры такой. Может, Динова опять. Да это все замечательно. Можно выключить, моя потому одежда. Что... Потому что... Сразу как тебя поймали. Правообладатели, все дела. А, у радио включил. Я на пульс загрузил карту города Зеркал. Она тебе пригодится. Очко улучшения, ничего себе. А, экран развития, краткий обзор действий Fate.
Ну, я понял. Движение у нее что? Так, очки улучшения выдаются за опыт, набранный при выполнении различных действий. Для каждого улучшения нужно одно очко улучшения пройти функцию карта. Какая карта? А, не... Понятно. А, на карте можно отмечать доступные задания, чтобы зрение бегущего показывало к ним путь. Изменить масштаб с помощью мышки, пока не увидите значок задания. Слушай, так, так похоже на этот, на юбисофтовскую эту, анонимус, это анимус. Идите по красному следу, поговорите с птицеловом. Отметочка. А. Ну окей. Когда будешь осматривать город и искать новые задания. Наступит набор бегущего. Привет, Фейт. Давно не виделись. Да, не надо обнимать, бросаться на грудь. Надо нам поработать на задворках. Дай-ка. Эй, перестань! А чё вы, только, бля, позёрством только можете заниматься. Выпустите меня нахрен отсюда. Бля, как интересно они телек подвесили, смотрите, вообще. Вот это кронштейн просто. Это император мира кронштейнов для ящика. Все, надо валить, эту музыку опять заиграл. Отлично. Только мимо немножко, а так вообще неплохо. Птицелов будет рад тебя видеть. Он совсем не изменился. Ай, черт. На самом деле, вот это зрение бегущего не напряжное такое. Что, о боже, что с лицом? Да посмотреть на тебя хочу, пока ты цела еще. Прогружайся. Надеется на скорый платеж. И он его получит. Да, разумеется. Беги давай. Грызи давай, ёпта. Сиди, иди козявки трескай. Не знаю, кто это такая. Я не узнаю азиатов. Я вот, когда смотрю азиатские фильмы, начинаю актеров путать. Выходим, значит, из колонии, а к лучшему другу носа не кажем. Эй, Нама, как дела? Намного лучше. Ты же теперь с нами. И, кстати, мне сейчас как раз нужна твоя помощь. Я иду к Птицелову. Да, я слышал. Как по мне, старик может подождать, но это уж тебе решать. Найдешь меня по отметке на карте. Пошел ты в жопу. Я уже нацелился на Птицелова. Чего? Дальше-то куда? Ну, не весь паркур, скажем так, скоростной. Есть вот и такой вот, который тормозит. Тормозит и немножко кайф обламывает. Ну куда дальше-то? Где это зрение? А, голуби, насрано, мы на месте. Ну и отправил вас поговорить с Птицеловым, одним из первых бегущих в городе, его старым другом. Птицелов, вероятно, захочет, чтобы вы доказали ему свое мастерство. И мы играем азиаточкой. Пошлости какие, боже. Тише, тише. Дверь-то пожалей. Ты все так же нетерпелива, Фей. А я думала, ты спишь. Старики любят поспать. Полегче, девочка. Прощайте, 2 года тишины. Бля, я только сейчас понял, почему моя бывшая стриглась вот так вот и красилась в черный. Я сказал, что с этим не ко мне. Зато есть у меня одно дело. Сама себя и проверишь. Ну, хорошо. Я тебя уже кормил, Калиопа. Слезай. Крысы крылатые. Покою не дают. Но все же есть от них польза. Ты все так же нетерпелив. Верно. Так что рыбак рыбака. Ох.
Бля, вот в заставках они вообще тихо говорят, просто жесть. От тебя польза есть. Рад, что ты вернулась. Совсем вот, совсем в заставках, ну, блядь, ну совсем. Тогда должен быть звук, блин, для заставков, для заставок отдельный, понимаете? Вот шкалика не хватает. Вот меня вот сильно вымораживает, когда в игре нету, блядь, гибких настроек звука нормальных. Вот. Так как я... Я так часто его проходил, что с закрытыми глазами смогу. Так как я 60 FPS не рендерю, я не могу прибавлять и убавлять. Ну, конечно, у отцов, блин, Ютуба там дома комп стоит просто атомный, как в Пентагоне, а еще второй есть для рендера. А то и третий, поэтому они себе могут это позволить. А... Отмеченный путь не всегда самый лучший. Главное, дойти до цели за кратчайшее время. Маршрут значения не имеет. Ну ничего, чуваки, будет на нашей улице тоже праздник. Как там? И по нашей улице инкассатор пройдет. Давай, давай. Надо показать мастерство свое. Опчики, давай, 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 давай. Не на четвереньках же, ну. Так, это не под током. Я помню, что там некоторые... О, блин. Некоторые заборы были под электричеством вроде как, не? Давай, 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 корова. Тут, бля, что ты делаешь? Тут чекпоинтов нету? В смысле, не надо через ворота какие-то проходить? Ну, что, 2 звезды из 3? New record вроде. Что? Меня обогнали? Перезапуск. Не позволю про царя такие песни петь, ща, ща. Давай, 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 коровушка, давай, моя родная, давай. Чё вот там, блядь, на... Так, стопэ. Я понял, эти красные стрелки долбанные, они не указывают места, где ты должен пробежать, они направление, сука, показывают. Я же нажимаю на Ctrl, я не знаю, что оно. Давай, 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 давай. Давай вторую. Ну, давай, включай форсаж. Газ-турбину, давай, давай. Оп. Ну, почти идеально же. А вот теперь еще и дверь тут открыта. Давай, 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 хоп-хоп-хоп. Ай, батя, еще на 5 сек улучшил. 39, 27. 3 звезды. Чего? А как вот этот хрен за 22 секунды пробежал? Что он сделал-то, блядь? Я что-то не понял. Что за бред? Как за 22? Он где-то читанул, блядь, походу. Спидхакнул или что? Или срезал где-то? А, я понял. Ха. Он вообще все углы порезал, походу. Да-да, пошла ты, курица, блядь, тут высота-то, ёб твою мать. Не, я понял этот маршрут, короче, нужный, но, бля, сейчас его это, наточу, сейчас я... Не, 22 секунды все равно это пиздёж, этого быть не может. Я не верю, что там это возможно. Покажите мне видео, где он этот маршрут за 22 секунды легально пробегает. Вот тут зря явно вниз спрыгивал. Тоже, блядь, лучше в 2 прыжка было это делать.
Не-не-не, никаких нахуй 22 секунд. Невозможно, вообще невозможно, вообще никак, ну, блядь, никак невозможно 22 секунды. Бред, блядь. Смотрите, больше ни у кого столько нету. Вот 39.04 просто у толпы людей, но, блядь. Я вижу твое время на пульсе, Фейт. Неплохо. Хорошо, что ты еще в форме. Чушь какая-то. 22 секунды. А, я понял, он, наверное, уже прокачался, блядь, набил себе навык движения. Что вот это, смотрите. Перекат. Это что? Ну, быстрый разворот, борода. Вот у него, наверное, все вот это выкачано. Да, и прыжки, блин, по километру. Все равно 20... Сейчас атаковали пульс, мы с трудом отбили атаку. Много данных. Ой, блядь. По городу, и сейчас они утекают. А, чувак, найди меня в морге. Самый плоский пакет это мой. Опа, вот это хорошо. Ну, короче, понятно, не знаю, напишите в комментах, как вы думаете, как он сделал 22 секунды. Я думаю, что для первой серии... Да мало, бля, еще хочу. Чихал я. Эти серии. Еще немножечко, вот чуть-чуть еще побегать хочется. Прям вообще. Воу-воу-воу-воу-воу, где это зрение? Куда идти-то? А, вот он. В позе гопника сидит. Это тебе, у тебя квест какой-то или что? Не упади. Вот она, собственно. Ну и шутница какая, бля. Даже в моей одежде. Спасибо за присмотр. Как дела? Да так, живем, выживаем. Я скучал. Да брось ты. Чем помочь-то надо? Рабкастовые в серых землях. Я скучал. Систему связи, чтобы сообщить. Зато правая накачана. Им нужны микросхемы, которые есть в релейных ящиках Холком. Микросхемы, релейные ящики. Ладно. Если получится забрать микросхемы, навреди шелком и одновременно поможешь Рабкасте. Сделаешь? А то. Я такая. Всегда всем помогаю. Можешь не реагировать, но я знаю, за что тебя закрыли. Да, по глупости. Где искать ящики? Это недалеко. Отмечу на карте. Да, ясно. Ну и за что ее посадили? Может, мне тоже скажут, я просто что-то даже не догадываюсь. Явно не за растление малолетних в шапках, которые у них где-то выходят. Вместе с микросхемами у них будет все, что нужно. Да-да-да-да-да, давай. Первая микросхема у меня. Отлично. Рядом должен быть следующий ящик. Ну, обирать ящики это вот не очень интересно, на мой взгляд. Фейт, я хочу тебя предупредить. Там в последнее время больше патрулей, чем обычно. Ребята явно серьезные, непростые громилы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не долетел. Защитник класс ближний бой. Ох, нифига себе еще. Нифига ты Саб-Зиро, прям давай. Камон, надеру твою голубую задницу. Воу-воу-воу, не работает? А, блядь, подожди. Подожди, чувак. Да, бля, подожди, ты говорю, сука, дай комбо посмотрю. Мудак какой, бля, а? Получи. Пошел нахуй со своими уклонениями, говно. Задание выполнено? А, я должен, блин, да, сука, сдвиги эти юзать до усрачки, походу, да? Давай. Камон, давай. Что, блин, скорости-то не хватает? И все, что ли? Лох, ёпта, кури. Кури бамбук, учи албанский, давай. Флешка! Делай еще одну микросхему. Отлично, это нам поможет. Давай. Кстати, ты уже говорил с Доганом? О, круто.
много денег должна. Хрен ему в нос, ёпты, от мертвого осла уши, никому ничего не должна. Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Да, кому а должна, нет, всем я прощаю. Серые паркур. Тут слово Моушена немножко не хватает какого-нибудь в такие эпичные моменты, знаете, чтобы камеру вниз показывали, там мощная атака, чтобы толкнуть защитника влево. Встать на колени! Опа, блять, в ухо влево. Опа, нахуй. А чё, нежданчик? О! Чувак. Чувак, парашют на пробел. Чувак! Бля, братан, ты, короче, очнешься, передай его семье, что, ну, бля, бывает. Опасная профессия у вас. Шли бы вы, не знаю, охранять там... Нашла. Отлично. Даже хрен не знает. Торговый центр. Черт. Досадно получилось. Надеюсь, у него была жизнь застрахована. Опять они, да ёб твою мать. Эй, ты, стоп. Да, на нахуй это. Опа! Я ему то в левое ухо, то в правое и по жопе. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, подожди. О, тихо-тихо-тихо. Оп! Какую сальто он сделал. Так, есть последнее. Хорошо, но у нас есть проблемы. Там рядом рабкастовый попал в беду. Слушай. Просканируй еще раз. А он что, драться не умеет, что? Тебе еще три дня назад сказали ехать в пищекупол Эпсилон. Задержать. Пищекупол. Фейт, Номад, что происходит? Крюгерсек, хватило мне этого дерьма и в тюрьме. Фейт, не вмешивайся, я же говорил, тут такое постоянно. Это не твой бой. Ой, боп-боп-боп-боп-боп. Бой продолжается, мой бой, блять. Мой бой продолжается. Ой, бля, не того, дура. Знакомьтесь, пацаны, о. Эй, все в порядке. Я с ними разобралась. Спасибо, спасибо большое. Блять, у нее хай-кик круче, чем у Мирка Филипповича, ёпте. Она просто помогла рабкасте. Да, она вся в родителей. Он умер в позе... В позе, в которой Майкл Джексон обычно концерты заканчивал. Так, теперь надо доставить первую партию микросхем. Логично. Логично, блин. На карте метка. Беги туда. Да-да, щемлюсь уже. Вот этот кувырок мне особенно нравится. Даже голова немножко кружится после него. Эх, красотища, конечно, да. Годнота, игруля. Так что, коли два косаря не жалко, ну, и паркур вам не чужд. Хотя мне паркур вообще, я уволень такой, что, блин. Паркур это последнее, чем бы я попытался заниматься в этой... Нет, предпоследнее, есть же еще фигурное катание, балет. Ну хоть здесь поноситься, типа такой ловкий. Будь как вода, вам надо доставить чипы управления в ближайший тайник. Ну так а я думал, что я их и так несу туда, нет? Планы немного изменились. Заказчик хочет использовать другую точку, а между ней и тобой патрули Кейсек. Наверное, на прошлый раз реагировали. Да может он нахер-то пойдет ваш заказчик, а? Отправим почтой. По пути на точку не теряй концентрации. Если остановишься или сделаешь слишком много ошибок, все пропало. Ну камон, ну что за лупа? Ему что, они, блядь, срочно нужны, что ли? Подождет, пока я тут пиздюлей по дороге-то раздам. Ну что за хрень? Осел какой-то ваш заказчик, блин. Скажите ему, что я его труба дом тряс, блин. Да, да, атака, блядь, на ходу. Если остановишься или сделаешь слишком много ошибок, все пропало. А, вот теперь типа другое дело, да?
Ого! Фигово завтра будет бойцу. Ну тут немножко концентрации надо анальной прям вообще. Ой, блядь. Так держать. Нахрен тогда с ними... Бля, мудачка ты такая. В натуре мудачка. Уже почти, так держать. Нахрен тогда с ними вообще драться, если их можно оббегать. Да, и они не видели, да, куда я его сунул. Чё за... Иди ты вот. Нахуй. Надеюсь, оно того стоило. Стоило, и ещё как. Ты сегодня помогла многим людям, Фейт. До связи. Особенно классно, что у вас ачивки, блядь, игру сворачивают. Это просто супер. Я люблю использовать против конгломерата его же оружие. Рекламные щиты подходят идеально. Хакнув щит, мы отправляем сотрудникам чёткое сообщение. Даже если всего один в результате... Какой мачо? Так, Фейт, мне кажется, ты готова к настоящему заданию. Есть для тебя идеальный забег. Возвращайся в логово, обсудим детали. Денег хватит как минимум частично расплатиться с Доганом. Ладно, ну, с Доганом будем расплачиваться уже в следующей части. Я надеюсь, что не натурой. Ну, пока на этом вводная серия заканчивается. Напишите, как вам игруля, вообще как чего, и как вот тот засранец, блядь, за 22 секунды этот маршрут пробежал, читер поганый, дайте ему бан перманентный. Все, короче, адьё.